Здравствуйте! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко, и мы приготовим необычный яблочный пирог. Для его приготовления нам потребуется для теста 3 отборных яйца, 150 грамм сахарного песка, 280 грамм муки, это 2 полных граненых стакана, 150 грамм сливочного масла, вместо масла можно использовать маргарин, а также 1 пачка разрыхлителя теста весом 10 грамм. Также нам потребуется 5 крупных зеленых яблок. Общий вес яблок около 900 грамм у меня. Для начинки для яблок нам потребуется или 3 пряника, я взяла шоколадные. Также можно использовать грамм 80 печенья, например, сахарное какое-либо. Если есть, можно использовать также грецкие орехи, грамм 20. В данном случае я их буду использовать. 30 грамм сливочного масла и столовая ложка какао-порошка. Если у вас будет печенье или пряники не шоколадные, тогда необходимо 2 столовые ложки какао-порошка. Для начала займемся приготовлением яблок. Из яблок необходимо удалить сердцевину. Это делаем или маленьким ножом, или с помощью специального приспособления. Вот таким образом. Полностью чистое яблоко внутри. Далее очищаем яблоко от кожицы. Подготовим начинку для яблок. Измельчим сливочное масло. Печенье или пряники в однородную массу. Вот такая масса должна получиться. В эту массу добавлю мелкорубленные орехи. Я их не стала специально перетирать вместе с пряниками, чтобы орехи чувствовались в начинке. Добавим столовую ложку какао и хорошо все перемешаем. Начинка для яблок будет готова. Полученной начинкой наполняем яблоки. Низ зажимаем и хорошо утрамбовываем. В принципе, начинка хорошо утрамбовывается, видите, она держится, не выпадает. Вообще, перед тем, как заправлять яблоки, попробуйте на вкус. У меня просто пряники сладкие, сахара добавлять специально дополнительно не стала. Но если печенье, например, вы будете использовать не очень сладкие, лучше добавить еще сахарного песка. Так поступаем со всеми яблоками. Займемся приготовлением теста. Нам необходимо растопить сливочное масло. В чашу мультиварки выкладываем сливочное масло. Быстрее всего масло растопится на режиме жарко. Нажимаем старт. Пока растапливается сливочное масло, нам необходимо взбить 3 яйца и 150 грамм сахарного песка. Взбиваем до увеличения массы в 2-3 раза. Прошло 3 минуты, отключаем режим жарко. В принципе, яйца с сахаром у меня уже взбились. Добавим сливочное масло растопленное. Замечу, что до кипения я его не доводила. И хорошо размешаем. Осталось добавить муки. Добавляю часть. Пока муку не размешала, добавлю разрыхлитель. Сверху еще муки. И аккуратно вмешиваем в одном направлении. Тесто готово. Оставшимся маслом чаша смазываем саму чашу мультиварки. Особенно хорошо смазываем края. На дно чаши мультиварки выкладываем бумагу для выпечки. Бумагу слегка посыпаем сахарным песком. Выкладываем яблоки. Заливаем это все тестом. Тесто достаточно густое, но оно у нас хорошо поднимется. Тесто выкладываем как сверху, так и со всех боков и между яблоками. Вот что у меня получилось. Закрываем крышку мультиварки.
Готовить я буду на режиме мультиповар, 125 градусов, 1 час. Также можно использовать режим выпечка, тоже 1 час. Нажимаем старт. Прошел час. Вот такой пышный яблочный пирог получился. Проверим на зубочистку. Зубочистка сухая. Чтобы эта часть стала у нас румяной, мы ее перевернем и поджарим на режиме жарко. Буквально 2-3 минуты. Достаем с помощью корзины пароварки. Видите, даже туда не проваливается до конца. Настолько он высокий. Сверху снова наденем чашу. Бумагу для выпечки можно сразу снять. Коричневая это у нас начинка у яблок. И вот сами яблоки. Закрываем крышку мультиварки. Выбираем режим мультиповар 160 градусов. И ждем буквально 3 минутки. Прошло 3 минуты. Отключаем режим жарко. И достаем пирог. Пирогу я дала остыть. Он слегка теплый. Посыпаем его сверху сахарной пудрой. Давайте посмотрим, как пирог выглядит в разрезе. Вот яблочки, в принципе, их можно увидеть. Удобнее, когда в куске пирога попадается половина яблока. Это смотрится оригинально. А вот так выглядит кусок пирога. Сочное яблоко, шоколадная начинка и вкусное бисквитное тесто. Пирог получается очень оригинальным, и вы сможете удивить своих гостей очень вкусным. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на наш семейный канал, вступайте в группы ВКонтакте и в Одноклассники. Ссылки на все ресурсы вы найдете в описании под этим видео. Приятного чаепития и до новых встреч!